Ну что, доброе утро, страна, Александр Николаевич. Доброе утро. У нас сегодня второй день. Этот Александр Николаевич с утра уже поймал подлещика. Он начал на ночь поставил фидер и поймал уже неплохого подлещика. Сейчас вот он готовит омлет. Я тут тоже по хозяйству. Так что у нас все хорошо. Мы сегодня рано вставать не стали, да? Мы поспали хорошо, потому что дождичек еще был. Мы решили так отдохнуть, выспались. Сейчас все равно она будет клевать весь день при такой погоде, а может и не будет. Посмотрим. Сдается в аренду воблер Александра Николаевича, да? Недорого. Какой-то. Ну я сегодня тоже буду пробовать. Там есть секретные штуки. Он еще не раскрыл их мне. Да, он еще не показывал. Чуть мое сердце не пролететь бы мне. Что, заливать? Да, заливай. Можно уже. Бомба. Омлет. Что, закрываем? Закрывай. Сейчас бы этот. Подрегулировать бы этот. Огонь бы. Он как раз там сейчас само то. Он сейчас идет. Вот вообще само то. Вот, ребята, у нас вот такое вот. Все походное. Все такое приятное. Замечательно все. Суета, сует утренняя. Так, это ты мне колбасу так чего выбрал? Да, закинься с холодильник. Я что-то тут капец у меня. Надо тут прибраться, мам. Прибраться. Я что-то не помню, куда-то ножик сюда положил. Где-то лежит, похоже, валяется, наверное. У нас тут капец. О, вот оно секретное все. Секретное оружие, черная мамба. Правда, не знаю, что забрасывать. А так все как бы хорошо. Так, это сюда. Где-то у меня там было. Было. Но прошло. Тебе соль надо? Давай. А что ты молчишь? Там и перец есть. Вот так вот. Ты же знаешь, где ты лежишь. Так, ладно. Про утро мы рассказали. У нас еще там все длинно. И замечательно. Все, сейчас мы покушаем и поедем. И будет вообще супер-пупер.